They play rip, rip, rip. They play rip, they play. Всем привет, ребята! Сегодня у нас новости мира Бейблейда 7. Первая сегодняшняя новость, что я посмотрел официальный канал Бейблейда на Ютубе и нашел там очень крутую вещь. Называется Basically Science. Там вышло 5 эпизодов. Первый – это трение, второй – угловой момент, третий – это аэродинамика, четвертый – это прецессия и пятый – это столкновение. Там рассказывается о том, как Бэй крутится, о том, как они сражаются, и там рассказывается это все в интересной форме, но на английском языке. Но, ребята, можно сделать субтитры на русский и читать. А также там очень прикольный Профессор Бейблейд. We got the spin, spin, spin. Sun in my hands, ignite the fire. We got the win, win, win. Следующая новость это, что у Hasbro вышли новые наборы. Первый набор это Dual Pack, но не простой. В коробке как с арены. Там есть две пускалки, но нет арены. Там у нас идет Vex Dragon и Mirage Devilus. И также редкий красный диск. Зет Ахиллес. И еще один доппек, но уже обычный. Это Орджин Ахиллес и Теус. Они скоро уже выйдут, но у нас еще не скоро. Следующая новость это что? В Бакуганах. Там заказывают Бакуганов, но приходит большой Бакуган, а в комплекте идет фигурка Бейблейд. Что? Реально, вот что она там забыла? Всюду вижу лицо Вальд. Привет, Вальд. Хлопья. Здравствуй. И здесь, и здесь, и здесь. Вальд. Что это? Это же... Вакия вернулся! В анонсе 17 серии Бейблейда нам показали, что будет Вакия. Ура! Но это может не означать, что будет новый Вака. Потому что Вакия иногда появлялся, но без Вагрона. То есть... Может быть и не быть Вагрона, но я хочу его. Хочу, чтобы он был. Напишите в комментариях, если вы тоже хотите нового Вагрона. Будем знать, сколько таких людей. А следующая новость, это что я нашел новые мемы. Первый мем это. Вот он. Вирен, да. Экстенд, да. Квест. Что за... А про этот мем у меня есть мега новость. Эта новость такая крутая, что вы обалдеете. В Валькирии может выпасть не только синий Вальтрек в наборе, но и красный. Это будет как с Ахиллесом Чонзет. Там может выпасть черный Ахиллес. Один из каких-то там 20 или 30 штук черный. А тут будет то же самое, но с красной Валькирией. И это круто! Кто какую хочет Валькирию, тоже пишите в комментариях. Я, если честно, очень хочу синюю. Я не передам Вальта на какого-то нового Блейдера. Вальт круче его. А ну, это была последняя новость. Так что сейчас всем пока и до скорых встреч!